на сегодняшний день, ну, уже мы говорили об этом, что с 1 октября не будет меняться этот тариф. Вот он и не изменился. Не поднялись и не собирались, так скажем. На сегодняшний день есть это расчет на этот тариф и есть действующий. Вот. Мы говорим о действующем этом тарифе, который сейчас существует в Одесском электротранспорте. Вот он не изменился за 3 гривны. В дальнейшем, ну, в какой-то обозримой этой перспективе пока не собираемся.